не горит. Город прекрасный, вечный магнит. Запоминайте яркие дни, останется скучно нам, позвони. Сейчас хочется, глядя на всех вас, сказать «У», а потом сказать «Е», потому что это уездный город, и это ваши аплодисменты для этих ребят. Уездный город, встречайте! Сторожить, смотря на них с любовью, сторожить, и без колен с морковью. Добрый вечер, дорогие мои! В эфире «Здорово жить», и сегодняшняя тема — это алкогольная зависимость. Точнее, решение этой проблемы через кодирование, или как еще в народе ее называют, кодировка. Мне необходим доброволец. Дорогие мои, доброволец есть? Есть такой, есть! Мы это вы, здрасте! Сережа Байклов! Проходите, пожалуйста. Здрасте! Проходите, добрый день. Пойдем, Сережа! Тебе же участковый сказал! Либо ты сюда на 15 минут, либо обратно в отрезвитель на 15 суток. Галя, что ты меня позоришь? Сейчас пацаны по телеку увидят, запозорят меня. Ой, да твои пацаны тебя по телеку не увидят. Они уже давно, прости меня, телек в ломбард сдали. Проходите, проходите, родные, проходите. Представьтесь, пожалуйста. Здрасте. Галина. 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 Очень приятно. Да. Очень приятно. Галина. Олег. Сережа! Сергей! Очень приятно, Сережа, но расскажите о своей проблеме. Какой такой своей проблеме? Своей проблеме рассказывай давай! А, своей проблеме? Расскажите. Значит, короче, Вовка Летучих, значит, сосед наш, месяц назад занял у меня штуку на 3 дня. Так. Месяц он прошел, деньги не отдает, дверь, падла, не открывает. А я ж чувствую, по-под двери перегаром несет. Понимаешь, что... Сережа, какая штука! Я и насильно не слушайте его. Так. Понимаете, проблема у него. Пьет он. Ну как пьет? Так. Бухает. Синячит по-черному. Тяпку рубит. Колдырит, кирогасит. Спасибо, мы поняли, мы поняли. Сергей, вы понимаете, что первое решение проблемы — это поверить в нее. Вот вы верите в то, что вы алкоголик. Доктор, вы что? Разве можно эти 200 грамм, которые делают эти 100 килограмм счастливее на 250%, считать алкоголизмом? Если по праздникам, то нет! Хватит хлопать! А если как он каждую рекламную паузу? Это уже не алкоголизм! Алкотрекс и не бобло какое-то! Спасибо, Галина, за ваши яркие эпитеты! Пожалуйста! Случайно не филолог? Совершенно случайно крановщица. Ну давайте как-то решать проблему уже. Просто единственная книга, которую он почему-то не пропил, это словарь синонимов. Почему-то не пропил? А кому он нахер нужен вообще? Я в туалете читаю! Я так понимаю, друзья, проблема налицо. Сергей, мы предлагаем вам прямо сейчас, прямо здесь, в студии, закодироваться. Доктор, вы чё? Вы видели когда-нибудь кота, который сам на кастрацию идет? Сергей, поверьте, после укола вы сразу же поймете, что такое жить прекрасно, хорошо, жить без пагубной тяги к алкоголю. Давай! Доктор, Леночка, после этого укола вы сразу же поймете, каково это жить без передних зубов, когда жевать нечем. Пока, ребята. Что за чё? Вы с Еленой Васильевной разговаривали, взяли и усадили. Да. Сережечка, Сережа, поздравляем! Вы впервые за два
абсолютно полностью протрезвели. Сережка, как ты себя чувствуешь, ну? Странно. Так. Никому даже в морду не хочется бить. Счастье-то какое? Голова. Она, оказывается, круглая. А я тебе говорил. А не квадратная. Посмотрите, а. Ну-ка. Вот. 10 из 10. Видел бы меня мой начальник. Ой, смотрите, мне почему-то левый кет на правую ногу одет. Чудесное излечение. Только заметил, а мы с ним 2 недели от Челябинска до Москвы шли. Слушайте, друзья, а давайте попробуем включить музыку. Ой, давайте. Хорошо, все будет хорошо, вперед, все будет хорошо. Подождите, выключите, вы что? Это же невозможно слушать. Тем более танцевать, где Моцарт? Где Чайковский? Господи. Елена Васильевна, спасибо вам большое. Пожалуйста, мы делаем чудеса. Сереженька, Сережа, давай быстрее заводи свою копейку. Поехали домой. Поехали. Сейчас я догоню тебя. Ага. Доктор, кто это? Это ваша жена Галина, филолог-крановщик. Да вы что? Интересно, как мы, когда с Галиной познакомились 20 лет назад, она весила 50 килограмм вместе с кроватью в мокрой фуфайке. Что случилось, Галя? Тебя что, пчелы покусали? Ничего, Сережечка! Приморкаешься! Поехали домой! Давай, заводи свою копеечку старенькую. Что, я идиот, что ли? В 2005 году трезвым ездить на копейке. В 2005? 2016 на дворе! Это я столько лет. Так это получается, тебе сейчас уже не 35, а... Не надо считать! Приморгаешься, Сережа! Поехали домой, нас мама ждет! О, к нам мама приехала в гости! Прекрасно! Что же приехала? Моя мама с нами живет! Прекрасно! Надеюсь, в разных комнатах хотя бы? В разных! А ты заработал на разные? Мы в однушке живем. Как в однушке? Я 15 лет на заводе. Каждый месяц тебе приношу зарплату. И что? Где деньги, Галя? Спокойно. А вы мне шубку заячью купили. Заячью? Заячью. Где еще? Еще? Да. Я на твои копейки в БМВ врезалась. Да хрен с ним еще! Еще в Мерседес? Не отвлекайся! В МММ вложилась 2 раза. Значит, на гипалайфе прогорела. Значит так! Деньги все мне! Деньгами теперь в семье занимаюсь я! Второе! Мама пускай возвращается к себе в Пермь! Она из Пышмы! Я сказал Пермь, а не Пермь. Прекрасно. И займись спортом. Как я займусь? У меня даже формы для фитнеса нет. А ты ж шубку заячью одень. И знаешь, как потеется? Спасибо, доктор. Вы мне открыли глаза. Пожалуйста, дорогой мой. Жду в машине. Бегемот бенгальский. Вам понравилось? Пора зажил в настоящей жизни, духовной. Был же нормальный мужик. Прекрасный мужчина. Что ты овца с ним сделала, а? Я вылечила, если честно. А ну,